Доброе утро. Здравствуйте. Права. Вес. Это все? Ну, страховку. Больше вы ничего не хотите мне сказать? Нет. Нет? Да? Остановив транспортное средство, вы обязаны представиться в первую очередь. Я представился. Вы сказали ГАИ города Владивостока. А как вас зовут? Давайте ваши документы посмотрим. Вопрос. Пожалуйста. Как правильно? Садовой. Садовой Игорь Александрович, инспектор ГИБДД. Угу. А причину остановки, Игорь Александрович? Причина остановки? Вы это тоже не знаете? Причина остановки – проверка документов. Проверка документов? А в каких случаях производится проверка документов? Любым основанием, ориентировкой. По каким это любым основаниям? Ориентировкой. Проверка документов проводится только на стационарном посту. Вы 185-й приказ, регламент вообще изучали? Конечно. А почему вы тогда не представились, не указали причину остановки? Пеший наряд. И что? Вы, Игорь, вы не представились. Вы, согласно 20-го пункта регламента, должны что были сделать? Представиться, указать причину остановки. Вы не представились. Вы сказали... Городское ГАИ и все. Вот у меня знак есть. Ну и что? Он отвечает сразу на все ваши вопросы. Как он отвечает? 25-08-09. Что он мне отвечает? Что вы инспектор, что вам представляться не обязательно, что если у вас знак, то не надо ничего. Просто документы давайте, да? Попросили документы. Проверка документов проводится только на стационарном посту. 63-й пункт. Регламента 185-го приказа. А что, так останавливать не имеет права, что ли? Инспектор, вы у меня спрашиваете? Вот вы должны этого знать. Я вам говорю, что имею так, право, не имеете права. Конечно. Не имеете права останавливать просто так. У вас должна быть веская причина для остановки. Либо я... Блин, я... Почему я учу инспектора, стороны, что делать? С той стороны встану, тут машины ездят. Почему я вам должен объяснять, что вы должны знать? Да не нужно знать. Мне ничего объяснять, я и так это все знаю. Да, а почему вы не выполняете? Почему не выполняю? Он представился, показал даже документы. Что значит это даже? Вы обязаны показать мне документы по первому требованию. Ну, а разве этого не выполнил? Нет, ну вы говорите, даже. Вы остановили транспортное средство, вы должны были сразу представиться. Вы не представились. Проверка документов производится только на стационарном посту, я вам повторяю. А где у нас стационарные посты? У нас сейчас стационарных постов как таковых. Понятие стационарный пост отменяли? Нет. Ну а их сейчас их вообще практически нет. Ну как это нет? Осталось их 4 штуки. Все, вот там и можно проводить проверку документов. Так, если их нет, как их проверять? Как нет? Стационарные посты есть. Отменили все посты. Где отменили? Осталось 4 поста. Это вот 530-й. Двойка и еще где-то. За Надворов. За Надворов. Ну. И что, вот так могут машины ездить, нарушать правила? Почему нарушать? И... Подождите. Остановка транспортного средства. Вы вообще регламент изучали? Ну, конечно, изучал. Что-то мне не верится в это, что вы его изучали. Да, ну, у вас, значит, плохое начальство. Да, ну, в приказе прописано, что начальство довести до подчиненных суть регламента. Вы его не знаете совершенно. Конечно. Блин, у меня в этой машине просто с собой нету. Я бы вам показал, что это такое. Да есть у меня регламент. И 63-й пункт этого регламента говорит о том, в каких случаях вы имеете право останавливать транспортное средство. Среди них там есть такой пункт. Допустим, нарушение правил дорожного движения. Вы имеете право. А вот остановить для проверки документов только на стационарном посту. Вы меня остановили без причины. Я не вижу причины вам давать документы. У вас не было причины остановить мое транспортное средство. Вы его сейчас ремнем не пристегнули. Я сейчас отстегнулся, потому что вот доставал вот эту вот сумочку. Но это же основание, тем не менее. Почему? Как это основание? Ну, а вы, как это я достигнули? Ехал пристегнутый. Ну, а я не видел, что вы пристегнуты. Понимаете, по подозрению или по вашим догадкам вы тоже не имеете права меня остановить. Если, ну, если я был не пристегнут, пожалуйста, составляйте на меня административный материал, составляйте протокол.
и будем разговаривать с судебной инстанцией. Давайте я поеду, и мы не будем с вами дальше разговаривать. Ладно, езжай.